Познакомьтесь, это Василий. С момента окончания учебы у него продолжается черная полоса. Василий никак не может найти себе хорошую работу, где сможет обеспечивать себя и своих близких. Одни компании не берут его из-за отсутствия образования. Другим требуется опыт. Третьим он не подходит по возрасту. А четвертые просто предлагают маленькую зарплату. Однако Василий смог преодолеть безвыходную ситуацию. Друзья посоветовали ему устроиться на работу в компании Ли Компани. Крупная организация, лидер в сфере маркетинговых услуг, приняла нашего героя в свой молодой и дружный коллектив. Офис в центре города, профессиональное обучение навыкам переговоров и ведения презентаций. Доход от 45 тысяч с еженедельными выплатами, многочисленные бонусы, перспективный карьерный рост, вплоть до самореализации в качестве предпринимателя. Все это и многое другое Василий получил, когда устроился на работу в Ли Компани. Уже спустя полгода Василий стал успешным бизнесменом и открыл свой собственный филиал компании. У него и Ли Компани широкая база партнеров, среди которых Райффайзен, Ренессанс, Тинькофф, ВТБ, а также другие крупные организации. Теперь наш герой убедился по личному опыту, что Ли Компани – хороший шанс для начинающих специалистов без опыта и профессионального образования получать достойный доход. Добивайтесь настоящего успеха вместе с нами. Заходите на наш сайт и в сообщество ВКонтакте.